Оформление по трудовому кодексу. Режим работы 4 часа в день. Зарплата белая. С неподдельной серьезностью юные акулы-пера рассказывают рютовчанам о главных событиях города. Их интересует в буквальном смысле все. Выставки кошек, новинки кинематографа, подарки на праздники, музыкальные новинки и спортивные темы. Недавно выпустилась программа, соответственно, еженедельная о событиях в футболе, где я пытаюсь совмещать, соответственно, юмор и новостную информационную часть. Даниил ведет программу «Отфутболен», новинка детского тележурнала. Рассказывает все о любимом виде спорта. Недавно, например, побывал на матче чемпионата России. Всем привет, с вами Даниил Галеев. И это программа «Отфутболен». После игры мне удалось пообщаться с игроками. Кстати, они не такие уж и звездные, как... Такие оговорки не редкость во время записи тележурнала. С первого дубля прочитать то, что написано, удается не всегда. В Реутове разработали программу круглая. Путепровода. Проветритепровы. На этом кадре слева самая юная ведущая детских новостей. Знакомьтесь, Полина Алексеева учится в первом классе, ей всего 7 лет. Несмотря на это, в профессии не новичок. С ранних лет знает, что такое тексты, съемки и запись программ. Любовь к журналистике привил папа, кстати, наш коллега-корреспондент. Все свои знания Полина применяет на практике. Там можно показывать свои таланты, можно делать какие-то сценарии, снимать какие-то фильмы. И мне это нравится. Сейчас в сетке вещания детского телевидения несколько программ. Новости, лучшая пятерка, «Отфутболен», и это только начало. Через пару недель на экранах РТВ еще один проект с загадочным названием «Модные лайфхаки». Это абсолютно новый проект для нашего детского телевидения. Мы не будем делать новости, мы будем учить рисовать. Ведущей станет ученица гимназии, юный художник Татьяна Меркулова. В планах начинающих акул-пера продолжать нововведения. Например, выпускать не просто новости, а создать свой детский национальный канал. Расширить штат ведущих и корреспондентов. И проводить мастер-классы в школе юного журналиста «Золотое перо». Кстати, кастинг уже начался. Ксения Казакова, Алексей Золотарев для РТВ.